цена только сегодня. Главный товар дня по исключительно низкой цене. Специальное предложение только сегодняшнего дня. Товар, который мы выбираем ровно на одни сутки. Товар, которым мы гордимся, его историей, его ценой. И сегодня этим товаром становится комплект штор «Романтика». Когда он был представлен 27 июня на нашем телеканале, в одном зеленом цвете он был полностью распродан за одну презентацию. Сегодня эксклюзивное решение добавляют нам целых два цвета. И эксперт нашего телеканала, телеканала «Шоп-н-шоу», дизайнер интерьеров Надежда Счастливенко представит нам новые расцветки. Надя, какие цвета у нас сегодня Друзья, появились? Друзья, я рада представить вам новые цвета. Я помню этот эфир, когда зеленый цвет у нас просто улетел. Вот они, новиночки. Сиреневый, розовый и зеленый. Давайте с вами будем знакомиться. Давайте с вами вместе будем мечтать. Леночка, ну что, давай с розовых начнем. Пойдемте с розовых начнем с удовольствием. Здесь я вам сразу покажу очень интересный прием. Да, как необычно. Да, как необычно. Это все те же шторы, но я их поменяла местами для того, чтобы, например, в гостиной создать вот такую центральную колонну, для того, чтобы сделать атмосферу максимально торжественной, для того, чтобы подчеркнуть статус семьи, для того, чтобы подчеркнуть вашу красивую мебель, для того, чтобы показать всему миру, что ваш дом самый красивый. Да, и этот цвет называется у нас розовый. Розовый у нас новый цвет, который появился в коллекции. Ну а с чего все начиналось? Начиналось все с цвета гармонии зеленого оттенка. Зеленый оттенок очень мягкий, очень такой салатный. Действительно, начиналось все именно с него. Зеленый цвет универсален, легко сочетается с любыми цветами в нашем с вами интерьере, точно так же, как и с любым цветом мебели. Легко вы его сочтете. А сегодня у нас еще и ковры есть в этом цвете. Вот. Вот оно решение, которое вы можете вот сегодня забирать, понимая, конечно, что решение, принятое однажды, иногда нас продолжает радовать долгие-долгие годы. Ну и вот годы. Третий цвет, еще одна новинка, потому что у нас был только один зеленый, сейчас розовый, зеленый и фиолетовый оттенок, сиреневый называется в заказе. Цвет, который сразу дарит нам то самое легкое летнее весеннее настроение. Ну и при этом обратите внимание, что это дорогущие материалы. Да, материал действительно дорогой, статус. Это у нас габардин, это у нас ткань, которая способна защитить нас от солнечных лучей. Но мне очень нравится, что благодаря особому способу плетения габардина, габардин вот в этих своих корзиночках, да, у нас такой корзиночный тип плетения, задерживает пыль, задерживает грязь, задерживает какую-то пыльцу, а значит, в доме-то у нас с вами чисто, а значит, мы с вами не чихаем и не кашляем. Вот что такое габардин. Ну вот я, правда, истинно горжусь сегодня нашими шторами «Романтика», тем более, что шторы «Романтика» стали товаром дня не просто в обычный день, а в день нашей большой, грандиозной, летней, жаркой распродажи. Только сегодня цена распродажи и цена главного предложения дня сразу за две портьеры, 2499 рублей. Звоните прямо сейчас, предложение у нас ограниченное, 2100 рублей вы экономите. Фиксированная доставка 199 рублей, но уже забирают сразу все три цвета, потому что к сегодняшнему дню дизайнеры разработали специально дополнительных два цвета для нас. У нас есть розовый, зеленый и фиолетовый, цвет сиреневый называется в заказе. Ну, давайте посмотрим на наши шторы. У меня подружка шила шторы, она шила на заказ сразу три полотна, одни сверху портьеры, еще ламбрекен. Да. Для этого она купила еще гардину с тремя вот этими такими полосками. И все это обошлось ей в кругленькую сумму. Но эффект, конечно, произвел. Но эффект. Я думаю, что еще твоя подруга купила новую себе гардину. Я про это и говорю. Да, на 4 вот этой полосы. Это, знаешь, очень дорого стоит. Иногда дороже, чем сами гардины. Нет, конечно же, габардин ткань потрясающая. Габардин ткань премиальная. Стоит обращать на нее внимание при выборе домашнего текстиля. Вот посмотрите, какая фактура замечательная. Вот посмотрите, какой рубчик характерный, диагональный для габардина. Все мы с вами можем рассмотреть, в том числе и максимальную прорисовку деталей. И вот тот самая темная такая полоса, которую вы сейчас видели, это тот самый эффект драпировки. И да, здесь одно полотно. Одно. Нет, мы получаем два полотна. Я еще жду многослойность. Но ощущение, что мы получаем четыре полотна плюс цветочный ламбрекен. Все это вот такой дизайнерский ход. Посмотрите, вот они цветы не спадают. Это ламбрекен. У нас как будто бы
две портьеры, но все это просто дизайнерское решение, которое изображено на одном полотне. В комплекте мы получаем два. Это сразу готовое решение по уникальной цене. 2499 рублей. Звоните прямо сейчас. Успевайте преобразить свой дом, сделать его роскошным, подарить себе те самые премиальные люксовские президентские апартаменты. Вот она, ваша роскошь. Звоните прямо сейчас. Но все-таки красота-то, конечно, красотой. Для чего существуют шторы? Для того, чтобы отгородиться, да, закрыть от света, от посторонних глаз, от пыли, от шума. Ну, про пыль мы с тобой уже поговорили. Габардин прекрасно это делает. Mm-hmm. Давайте посмотрим, что с солнцем. Вот наше солнышко есть. Вот мы ставим между солнцем и нашей квартирой штору. И посмотрите результат. Никакого свечения. Вот я убираю. Закрываюсь. Вот я вновь закрываю, да, посмотрите. Рассеивает вот цвет. Этот эксперимент, конечно, доказал и показал нам, насколько габардин потрясающе вообще защищает нас от солнечных лучей. Mm-hmm. Ну и, конечно же, эффект многослойности плюс невероятный цветочный ламбрекен, просто как на свадьбе, да, как на юбилее, как будто бы дизайнеры к вам приходят. То есть мы получаем с вами не просто дизайнерское решение, мы получаем с вами защиту нашего дома за такую цену. Как еще можно варьировать давайте, с нашими шторами? Давайте вместе посмотрим, запоминайте. Вот они, наши шторы в распущенном виде. Мы с вами берем простые подхваты, либо меняем вот так местами. Вот, первый вариант подхватов. Посмотрите, следующий вариант подхватов у нас есть. Вот таким образом мы их делаем. Но и мы можем пойти дальше, поменять расположение подхватиков. Вот так вот сделать. Интересно. И согласитесь, что каждый раз разная история, каждый раз разное ощущение. А шторы-то по-прежнему одни, это по-прежнему романтика. Друзья, я вам скажу честно, я редко признаюсь в любви шторам, в прямом эфире, но сегодня я признаюсь в любви шторам романтика. Ну и при этом, посмотрите, три цвета на выбор. Сиреневый, розовый, зеленый. Зеленый у нас был первый раз показан. Добавили два цвета эксклюзивно для телеканала Шопен-шоу для наших телезрителей. Но давайте посмотрим, что это не просто шторы и красивое решение. Это готовое решение прежде всего. Я вспоминаю тот день, когда я шила шторы. Наметывала, потом машинка у меня ломалась. Я намучилась, нервничалась. У нас же ведь готовое решение. У нас готовое решение. У нас есть уже шторная лента. Она у нас пришита согласно всем ГОСТам. У нас здесь есть шелковые ленты для драпировки. У нас здесь с вами есть крючки для крокодильчиков. Вот они. У нас здесь с вами есть возможность повесить на штангу. И посмотрите, как качественно и хорошо сделана у нас отстрочка и закрепление. Да, вот почему миллионы телезрителей выбирают наш телеканал Шопен-шоу? Потому что мы привыкли удивлять. Удивляйте своих домашних. Дарите себе этот уникальные шторы. Только сегодня действует цена на шторы «Романтика».